27 мая 2015 года в Арысский отдел полиции поступило сообщение, что на одном из автозаправочных станций происходит пожар. Сразу же на место происшествия выехали сотрудники ЧС, сотрудники Арысского отдела полиции. После тушения пожара на месте происшествия в одном из помещений был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Факт зарегистрировали в единый реестр досудебного расследования Арысского отдела полиции. Принялись к розыску возможного подозреваемого лица, потому что подозреваемый скрылся с места происшествия на автотранспорте потерпевшего. В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких суток был задержан подозреваемый гражданин Русин Николай, который в дальнейшем дал полностью признательные показания, что совершил данное тяжкое преступление из-за неприязненных отношений к потерпевшему лицу. У него в качестве вещественного доказательства был изъят автомобиль, принадлежавший потерпевшему, на котором скрылся подозреваемый с места происшествия. Следствие длилось несколько месяцев. В рамках закона, предусмотренного сроком, и 22 сентября 2015 года межрайонным специализированным судом, согласно вердикту присяжных, был вынесен приговор в виде лишения свободы гражданина Русина Николая сроком 15 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима. И с этим решением, видимо, не был согласен его старший брат. Он разместил в социальных сетях YouTube и Титус свое, выразил недоверие, что сотрудники Арысского отдела полиции заставили его путем угроз и физической расправы признаться в совершении тяжкого преступления. Ранее он уже обращался в Департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области с заявлением о том, что сотрудники Арысского отдела полиции заставили признаться его младшего брата Русина Николая в совершении тяжкого преступления. Но 30 июля было прекращено уголовное дело в отношении сотрудников Арысского РОВД из-за отсутствия состава преступления в действиях сотрудников полиции. С данным решением прокуратура согласилась полностью.